Можете говорить сразу. С Москвы Центрального аппарата Роспотребнадзора пришло официальное подтверждение одного случая новой коронавирусной инфекции в Республике Саха-Якутия. Кроме того, буквально несколько минут тому назад в нашей лаборатории, вирусологической лаборатории управления Роспотребнадзора, дала положительный результат еще одна проба от ближнего круга общения. Итого у нас по Республике Саха-Якутия получается один официально подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции и еще 6 случаев с подозрением. Пробы эти 6, которые вот мы выявили в эти дни, будут завтра направлены также в Новосибирск, в референс-центр для официального подтверждения.